попадает, там все взрывают, там все выравнивают. О, вот новый там проход. А это старый шелковый путь. А вот сейчас в данном случае он остался. И вот он пойдет там. А вот тут, где разлом в скале, видите, тут все гладко. Дальше, видать, были скалы, и они пройти мешают. Когда вот активы читают, хотя бы вот 18 век, даже 19 век, тут они пишут, что брали лошадей по 100-200 и навьючивали на них товар и шли в Китай. И по дороге тоже успевали торговать. Ежедневную торговлю. GoPro стоп видео.